Ребятки, Саня косит все. Саня! Ах, блин! Ах. Ребятки, всем привет! Всем привет! Ребятки, время очень рано. Время сейчас уже только 7:00. Мы едем в Краснодар, вы с нами. Сегодня очень рано. Так, 180, потому 180. Что здесь рамка пойдет, там рамка и будет 180. Так, а на тумбочку сколько тогда нам дастся, чтобы, если что, вдруг? Смотрите, давайте вот так сделаем. От середины берем 20, кровать какая будет, 160? Да. Если 160, 40-ка тумбочка. Не маленькая, Герман? Не, нормальная, потому что, ну, по центру, чтобы красиво было. Если 50-ю сделаете, у вас кровать, вот, скажем, вот здесь, вот, приложи сюда. Палец, Саш. Вот 120, грубо говоря, 140, уже маленькая. 160 можно? 160 кровать будет. Давай вот так сделаем, вот здесь примерно. И вот 160, да? Вот 160, ага. Допусти. Да. И вот будет 40-ка. Ну, чтобы было не так, что тумбочка станет вот так, скажем. Ага. Будет некрасиво. Если вот так будет. Ну, если хотите, можете кровать 180 взять, но тумбочка будет стоять вот так. Не под резетками. Понятно. Это от вас зависит уже. Ну, 160 можно, да, в принципе? 160 будет нормально. Ага. Этот. Если коричневый, который, да. Ну, такого цвета, да? Темно-коричневый, да. Вот у нас 50. Одна лейка. Проходим. Вторая линька. Третья линька. Проходим. Четвертая линька. Пятая линька. Проходим. Шестая линька. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Давайте семь сделаем. Шесть и семь сделаем, и она на окончание будет у нас вот здесь примерно. И это у нас будет 52,5. Ну, 53, 52,5. Вот в среднем сколько кровать идет длина? 2 метра. Ну, 2,05 возьми сначала. 2,05. Нам вот так в длину? Да. Длину и в ширину. Нам главное в ширину, сколько она поместится. Давайте тогда ширину пока замерим. Давайте. Чтобы мы знали, откуда отталкиваться. А она туда проходить не будет? Туда никак прохода не будет уже. Ну, давайте измерим. Мы просто здесь, знаете, что здесь был утеплитель, стена, да? Мы ее все носили отсюда, убирали. Из-за этого здесь... Чтобы расширить. Да, расширить. Да. Давайте вот минимально. Кровать у нас 90, да, скажем. Да. Можем мы ее подвинуть вот еще сюда. Двигай туда еще. Чтобы у нее хоть проход был, хоть чуть-чуть вот так она прошла. Нет, это много. Давайте вот так. Ну, много, как бы мало будет. Вот, ну, она вот здесь, если что, пройдет. Минимум. Ну, вот здесь, грубо говоря. Так. 2 метра. А здесь шкаф будет. Сюда даже не это, Саня. Дальше? Нет, там будет шкаф, Саня. Шкаф сколько будет? Ну... Давайте тогда шкаф. Ну, шкаф же не будет. Давайте вот выключать. Смотрите, здесь еще будет вот этот столик.
Вот так вот будет здесь же столик и этот. Ну она там пройдет, там 90 есть. Да, здесь-то она спокойно пройдет. А вот здесь кровать станет? Шкаф сколько будет? 40, 50? Не знаю еще. Давайте, ну, пусть вот, она туда... У нас здесь до розетки, до выключателя 78 сантиметров. Шкаф минимум 50 или 60 будет. Давайте. Может, дверцы будут сюда открываться? А он без двери будет? А, ну как полочка. Просто полочка. А можно 40-ку, можно еще максимум 60. 60, я думаю, нормально. 60, я думаю, нормально будет и книги, и это. От 60 потом отходим сантиметров, наверное, 10. Голова куда будет у него? Туда. 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 15. И вот здесь держите. Угу. Давайте подальше, Герман. Потому что здесь, вот смотрите, здесь будет вот так кровать, и ему здесь неудобно будет. Сколько дальше? Пусть давайте. Тот угол, в принципе, он ей не нужен. Если вот максимально ей туда. Угол, давайте тогда вот так поменяем. Давайте, вот знаете, как там, кровати идут вообще 100. Вот 100 на 100, давайте это. Вот у нас 100. Двигать мне еще туда его. Давайте, не, давайте вот так. Вот так лучше, да. Чтобы вот это, ну этот... Вот так, 100. Вот где-то вот так. Ага, то есть она встанет. А здесь? Ну-ка, сделай там заметку пальчиком. Сейчас я вот так нарисую вам. Угу. Там метка, не убирайте. Метр. Вот, я думаю, здесь самый раз, да, будет? А, да. Метровая. И вот здесь шкафчик, и вот здесь тоже шкафчик будешь, и ниша. Все, значит, можно брать метр, да, на два. Вот. Глубина шкафчика? Да. Не больше? А вот 30, вот 35. Не больше 35 сантиметров. Или вот такой шкафчик будет, или вот такой. Угу. Здесь 30, здесь 35. Ага. Выиграйте в ширине. Так, если что, 70, да, да, можно взять? Давайте его вот так нарисуем. Это 60, это 70. Угу. Ну, это уже от вас зависит. Можете, ага, 40 взять. Угу. Отлично, отлично. А это что сверху, напыление такое? Ну, это я же красил молдинги из краскопульта. Ага. Краска песчаная, она немножко, ну, ага, такая широковатая. Угу. Здесь, угу, посередине декор будет. Да, да, да. Угу. Хорошо. Вот уже какая красота. Да, показать. Себе. Вот такие стены. Ага. Ну, здесь, видите, закрыто, потому что это, чтобы стекла не испачкали. Двери все были закрыты пленкой, но мы вот так порезали, чтобы измерить там все. Вот. Как вот передать камере, не знаю. Это вот декоративная штукатурка. Такая красота. Здесь тоже закрыли все. Так, все, поехали по кроватям, да? Поехали. Еще вот эту лампу включаю, чтобы освещение было хорошее. Ладно, давай сейчас прошу у нее. Вот такая прошу, красота. Да. А еще лак, да, будет сверху? Да, еще лаком сверху. Еще, угу, дорабатывать будет, угу, это еще не окончательно. Угу. Пирожковая. Мы едем в СБС Мегамолл, и сейчас здесь уже не будем посмотреть, мы уже будем выбирать и покупать кровать, матрас, потому что их нужно тоже ждать. Где 3 недели, а где 1,5 месяца, а где и больше. Сейчас выберем по качеству и чтобы по скорости быстрее это было все готово. О, ребятки, Лолита приезжает. Лолита, вы бы пошли на Лолиту? Я бы пошла бы с удовольствием, я ее обожаю. Уже подъезжаем. Мы в том году здесь люстру брали, да, черную нашу? Uh-huh. Вот в зале то, что люстра, мы здесь брали. Классная люстра.
Давай, знаешь, куда поедем? Там вот была же парковка. Наверх? Да, наверх, потому что здесь машина просто сгорит. Сейчас, ребятки, 36. Время 11 часов 11 минут. 36 градусов. Здесь вот. Прямо, да, туда, вот где Хофф, да? Ага. Здесь, потому что будет пекло, мы здесь надолго. Мы здесь еще посмотрим люстры, споты. Вот сюда. Платная, не платная, бесплатная. Не знаю, первый раз здесь. Свободная 697. О, видишь, как удобно, да, сразу написано? Свободная 697. Ну, очки снимаем. 697. Будем искать. 697. 697. Какой интересный этаж. 697. Свободных мест 697. А, свободных мест 697. Я думала, 697. Ну, давай мы здесь. Или здесь нет? Нет, она, смотри, как встала. Вот как так вот можно вставать, а? Блин. Ни себе, ни людям. Значит, не уверенный, да, человек? Не... Чтоб лишний раз. Это я. В таком плане не уверенный. Чтоб мне потом спокойно можно было, да, выехать. Это такие тонкости водителей. Что, вы здесь встали? Зачем тебе туда пьем? Здесь? Ты потом сможешь выехать? Здесь столб вот этот, а? Сайт. Можно и туда, вперед встать. Можно и поближе. Чего пешком идти, блин? Давай поближе. Такая жара. Куда тут? Поближе есть? Поближе? А? Вот поближе, да? Ну, давай сюда встанем. Фух. Тут, по-моему, вон в Ашан, да, спускается сразу. Ой. Все. Нам лифт не нужен. Нам вообще. А, вон, да, здесь второй этаж там, да? В этом здании, Сань? Или. Хотя здесь тоже, вот смотри, второй этаж, мебель. Ветер какой сильный поднялся, как классно, аж он фонтан сносит. Классно. Поднимаемся, какой это этаж, третий или второй? А, вон третий там. Мы измерили Верину кровать, нужно сейчас вон там в углу. Мы смотрели по размеру выбрать. Нам подписчики многие говорили, идите в Аскону и смотрите там кровать, матрас. Матрасы мы будем здесь брать однозначно. Все, мы уже пришли сюда и будем выбирать, ребятки. Мы сейчас зайдем еще сюда. Мебель из Беларуси. Посмотрим, что здесь интересненько. Здесь такое в основном, да, готовое уже. Вот диван 56 тысяч со скидкой. Стул, ребятки, 9700 со скидкой. Вот, видишь, там кровать, там диван, этот, тумбочка, шкаф сразу в одном. Вот, диванчик 79 150, это по акции. Стулья какие интересные. Здесь без матраса, здесь идет как диван. Угу. Где они? Какое наполнение здесь идет? А сверху пружин что? Попушка идет, вот видите, она кормит там специальный корпус. Так, мне просто интересно, раздвигается вот это вот, сколько здесь распашная дверь, посчитай, где лента и мерить, чтобы. Так, шкаф, тут такое, штуковина. Снизу раздвигаются, здесь открывать. Измерь, вот отсюда измерь, сколько распахивает распашные двери. Так, займем 45, да? Все понятно. Так, и здесь вот так. Вот, пожалуйста, шкаф стоит 47 тысяч. А высота у него, видишь, они все низкие, Сань. 179, ну, 180 на 219. Ой, ну, вообще низкий. Он вообще низкий. Ну,
Классненький такой, и цена у него нормальная, не 200 тысяч. Вот тоже шкаф. Шкаф размер 90 на 230 на 58. Производство Беларусь, 23 тысячи. Значит, пустой, да? Оно будет вот так. Это новинка. Так, а это что, отдельно, что ли? 22 400. Да? Да. А, здесь вот зеркалом идет. А что оно? Ну, потому что считается вот 1,90. А, поняла. 200. Вот, короче, 45 тысяч, грубо говоря. Вот эти шкафы. Были бы повыше, цены бы им не было бы. Но... Ладно, все. Вот тоже классные шкафы. Сколько? 27 тысяч, да? Угу. Так, 150, 220 на 54. Но они низкие. Низкие, низкие. Блин, а что ж так, а? Спросили, главное, можно на заказ сделать повыше? На заказ нельзя, только вот такие низкие будут. Ребятки, мы заказали Вере и Роме кровать. Но у Веры кровать придет аж в октябре. Сейчас вышли, вот заказали. Купили холодный липтон зеленый чай. Жара невыносимая просто. Сейчас пойдем этот с тобой матрасы выбирать и люстры, и споты. Сейчас возьмем вот такие сладости детям здесь. Вкусненькие. Тоже две таких. Ага, и две таких сюда. Ой, я так сделала. По одному, да? Нет, две красных, две розовых, а, каждую. Все, поняла. Все правильно. Ага. Арбузные, да, по одному? По одному. Угу. Так. Это кола? Да, кола и червячка. Ну, давайте. Овощные мешки очень вкусные. Так, по два червячка. Тоже давайте по две штучки. Это тоже все кислое, да, идет? Да, есть такие. Ну, на рожке у них есть такие змейки. Угу. Ну, давайте вот такие цветные по одной. Покажу, да? Вот, нет, вот эти по одной штучке. Ага. Так, а это тоже кислое? Нет, они сладенькие, очень вкусные трубочки, это серия мороженого. У них йогуртовая начинка внутри, видите, разные вкусы. Есть шоколадная, есть клубника, есть ваниль, карамель, земляника, вот это вот, вишенка. Губа испанская, но очень вкусная позиция, новая. Но они тяжеловатые, да, тяжелые? Вот они увесистые, да. Так, давайте сюда. Здесь что? Еле. Так, давайте по одному червячку такому большому. И по зубы по одной. По одной, да? Да. Что такие с натуральной кислинкой? Нет, спасибо. Так, вот эти кислицы, вот. Кстати, по одной вот этой рыбке. Чизкейк. Давайте тоже по парочку по малиновому чизкейку. Парочку по два, да? Да, по две. А рыбки тоже по две? А по одной. Так, мишки это мишки. Нет. Так, по одной. А, мы брали, да, типа этого? Так, брали. А, это что за вкус? Господи, череп. Они черничные, скорничные. Давайте тоже. Ну, давайте по две штучки. Так, что еще вкусненько? А, это всегда вкус? Смотрите, есть ваниль, есть банан, есть с лимоном, есть клубника, есть малина. Ну, давайте желтую-голубую, желтую-голубую. Голубая-желтая. Ага. Голубая-желтая. Ага. Так. Ну, такая есть помещающая. Есть манго с яблочной ванилью. Нет, еле такое, еле. Вот это все кислое, да? Да. Ягодки вы пробовали? Да, да, ягодки мы пробовали. Так, и кола, по две штуки, каждую. Чуть мало, надо сейчас что-то добавить еще. Так, сейчас. А, кислое? Да. Ага. Так. А лягушата, что вы говорили, какие они? Они с яблочным центром очень. Ну, давайте по одной лягушке. Нет. А давайте вот это вот. Ага. Давайте вот цветные вот. Такую с голубым вот. Да. Да. Так. Так. А что за вкусы там? Фруктовый микс. Так. Давайте.
Зеленый это что? Вот зеленую и давайте апельсиновую. И туда тоже зеленую апельсиновую. Так, что еще? Кислятину они будут? Нет? Нет, кислятину надо. Или клубника с персиком. Есть такие вот кисленькие, это у нас дыньки. Так, мышки нет. Что, Саль? Какие еще? Вот эти. А это с чем? Прям острый? Да. А вот эта кола, она какая кислая? Она сладкая, да. Так, а мы колу убрали, да, большую? Начинка с ванилином. Так. О, ну, вы взяли шипучку кислую, а это сладкая. А у нас вот такая есть, большая, длинная? Нет. А это какой, с каким вкусом змейки? Клубника есть яблочная. А такой... синяя это что? Это гранатовая с черникой. Так, давайте клубнику. Ну, вот одна по одной такой и одна такой. Ну, такой не такой. Ну, давайте. Все равно вам на дороге. Ага. Ягоды не очень интересные. Детки очень часто любят еще смотреть. Взяли по одной, можно взять по две. Так, сейчас там давайте вот этой вот по одной еще большой. А мишки это какой вкус? Ежевика, апельсин, банан и кока-кола. Так, ну давайте мишки. Мишки. Ага. Давайте. 64 грамма. Это... 2128, да? Ага. Люстрочки какие симпатичные. Так, нам на третий, да? Пойдем. Туда, пошли. Какая красота, да? Красота. Смотри, ангелы черные. Так страшно, прям, да? Черные. Ангелы же белые должны быть, а что они черные? Ну, смотрите, ребятки, черные ангелы. Не, ну мне интересно, я не собираюсь покупать этих ангелов черных, тем более, сколько она стоит, эта люстра. Скидка. А цена на нее 123 тысячи. Это со скидкой. А стоили они 153 тысячи. Обалдеть. Люстрочка вот так, а где? Вон Саня. Сейчас Саня здесь пообедаем. Мы здесь первый раз, тут столько всего. Сейчас посмотрим, выберем что-нибудь. Саня заказал себе... Что-то здесь, смотри, какая, да, посуда другая, одноразовая. У меня идет этот окрошка, у Сани солянка. Оливьешка. Это обед идет. Окрошка на первое, второе, вот этот вот, второе макароны. А на третье выбирайте салат. А у Сани оливье и вареники с картошкой. Ну и, короче, вот этот обед. Окрошка, второе, компот и салат стоит 300 рублей. Так, вот, Кен, допустим, вот... Вот, например, я возьму этот кен, вот, да? Так, ему установите сюда насадку. Так, а насадка, она отдельно, да, кубиком? Она да, вот, 5,499. А на сколько, какой этот кубик будет? Мелкий, крупный? 0,909, да? Грубо говоря, сантиметр, да? Практически. Так, хорошо. Он именно дисковый, через редуктор он будет... А можно открыть и посмотреть? Или он запечатан? Откроем. Мне интересно просто посмотреть, что это такое. Так, а это что? 38. Кухонная машина. Это машина. Это вот она, да, насадка? Да, вот. А размер. Баклажан возьмет то, что у него шкурка такая тягучая? Какой размер? Ага. Вот нож, видите, он срезает. Так, вижу. Продавливает в сетку вниз. А, и вот он сам кубик, да, ага. Получается? А мощность какая? Мощность это уже зависит от машинки. Ватт, да. Так, и все металл, да, идет? Да, все металлическое. Ага. Это то есть, если, например, да, это идет Kenwood, то только на Kenwood, да, подойдет? Конечно, да, соединение только на Kenwood. Ага. А в чем разница Kenwood, смотрите, 25 тысяч и 93 тысячи, например? Размер. Размер чаши, комплектация, да? Смотрите, вот на этих машинах, ага. Которые мы бюджетные смотрим, ага. Только вот это гнездо дополнительное, низкоскоростное. Ага. Вот на этих машинах, которые подороже, ага. Здесь добавляется еще сверху гнездо. Ничего. Низкоскоростное, высокоскоростное. Сюда можно установить соковыжималку, блендер, измельчитель, терки шинковки, нарезки различные. Они тоже все отдельно, да, продаются дополнительно, да, можно купить? Да, продаются отдельно.
Есть вот за 93 тысячи машин окинул, здесь будет 9 насадок. Уже? Но кубики идут? Кубиков там тоже кубиков нет. Там тоже нету. Кубики всегда отдельно. Понятненько. А есть не от Кенвуда, например, от Мулинекса кубики? Нет. Нету, да? К сожалению, а от Боша тоже, да, нету? Боша с российского рынка ушел, по-моему. Ушел, да? Это остатки. Остатки. Ага. У меня только 3 насадки для вымешивания и все. Понятненько. Спасибо большое вам. Спасибо Поэтому огромное. Поэтому минимальная цена получается либо вот это с одним разъемом, либо 38 тысяч уже с двумя разъемами. Так, а вот смотрите, 38 с двумя разъемами, и здесь 38 с двумя разъемами, здесь 50 с двумя разъемами. Здесь идет объем 2 чаши 5 литров и 7 литров, здесь чаша 5 литров и 3,5 литра. Ага. В остальном машины одинаковые, встроенные весы, встроенный таймер, 3 насадки для вымешивания теста, различного защита мотора, плавный запуск, высокая мощность. То есть разница только в объеме чаши. Вот так вот. И сюда пойдут эти кубики, да, насадка да, с кубиками? Да, А мощность какая здесь? 1000 ватт. А здесь? 1200. Здесь, по-моему, помощнее, да. А максимальная мощность сколько? Вот 1400 вижу. 1400 максимум. А сюда подойдет эта насадка? Да. Эта машина топовая. Здесь идет индукционный нагрев и встроенный дисплей. Программы всякие для вымешивания уже в компьютере вот здесь находятся. Ага. А что значит индукционный дисплей? Как это? Индукционный нагрев. Нагрев как это? Нагрев чаши внизу. То есть вы можете растапливать шоколад. А, вот как. Можете темперировать шоколад. Можете делать заварной крем для выпечки уже сразу в машине. Так, здесь только можно нагреть, да? Но не сварить, например, крем. Ну, заварной сделать вы можете. То есть она работает как обычная индукционная плита, да, снизу? Да. Да? Да. Обалдеть. Интерьерные кресла. Сколько он стоит? Со скидкой 31, стоило 48 600. Да. Сейчас ждем, к нам подойдет девушка Наталья. И мы выберем матрасы. Family K. Потому что у подруги такая. Такая модель. Он жесткий, да? Но мне надо так вот. Я вот прям хочу Family K. Вот это жесткий, да. Спрашивает, почему такой. Это он? К? Вот это кар? К? Так, и какая цена на него сейчас? Я такой высокий. 160? Давайте на 160 посмотрим. 1800 рублей. Ну, 31 рублей. 31. А это она скидка или без скидки? Да, это уже 75%. 75% это? Так, сейчас, подождите. Это где он? А, вот она, да, идет? Она, он. Так, сейчас, секундочку. Где у нас там наш? Вот, да? А что, он 123 тысячи этот матрас стоил? А что здесь идет? Есть он в разрезе, посмотрите? Нет, смотрите, здесь идут не дешевые пружины, здесь идет 1000 пружин с титановым напылением. В смысле, это достаточно плотный пружинный блок. Там не 500, не 400, это нормальные жесткие пружины. А сверху идет латексированный кокос. Это кокос перемешан с натуральным латексом. Это не просто прессованная плита, это хороший нормальный матрас. А зима, лето, весна, каникулы? С двух сторон одинаково. А так, можно, да, полежать здесь? Конечно, сейчас так. Вам подушки дам. Сейчас, Сань, подожди, стой, спать еще рано. Сейчас вам подушки дадут. Вот у Кати вот такой матрас. Да. Видишь, вот говорят, это титановое напыление, а он, говорит, очень жесткий такой. Он хороший, да, считается, Наташ? Ну, он такой, знаете, как сказать. Как? Он не сильно популярный, потому что он очень жесткий. Он жесткий? Да, ага. А вот то, что вы говорите, еще есть один вид, где в отелях, где используется. Они будут в районе 50. Они будут в районе 50, да? Но, а мне нравится более... Ну, сейчас давайте, Саня, развивайся, давай спать будем. Да, я вон сниму обувь, ничего страшного. Да, я сниму, не, я все-таки не могу так. Так. Те, которые в отелях, будут 43 тысячи сейчас стоят. 43 тысячи. Ну-ка. Саня, двигайся, попала. Идемте с нами. Так это вот и есть 160. Идемте с нами, тут втроем поместимся. Ну что, как? А что за подушка здесь? Это вот эта альфа. Это что, сейчас девочка, да, покупала? Ну только у вас разные размеры, вам надо поменяться подушками. Что у нас разные размеры? Подушки? А какую девушку покупала, вот эту или ту? У нее две эски, две эмки. А я вам дала эльку, ой, я вам эмку не дала, потому что... А это какая подушка у нас? Элька? Ну вот Элька хорошо прям. А у тебя низкая. Ты, вот на мою подушку. Возьми. Подушка-то, ёшкин кот, ребятки.
Подушка, смотрите, 4500 баксов. Ну это мы так, полежать, побаловаться, что? Устали. Подушка прикольная. Сань, давай поспим здесь? Ну. Нет, ой, а вот это вообще, девушка, как будто, Наташа, здесь как будто вообще ничего нету. Вот там Эмочка. Эмочка. Вот это лучшее всего, Элечка, да? Вот у вас Эмка, а у мужчины Эль. Так, ну что? Ну-ка давай, еще на бочок. Ой, господи, боже мой. Сейчас. Довольно. Что? Отелевскую линейку. Что? Отелевскую сейчас померим, попробуем. Господи, у меня здесь еще сумка. Ну он такой, он как у мамы. Да. Вот он суперский, мне он нравится. У него бока тоже хорошие. А бока, да, не будут провисать? Нет. Вот у нас один матрас есть, вот тут, вот тут сбоку. Вот здесь он уже все там. Смотрите, вы можете чехол купить, хотя бы это же производство. Еще что, да, давай, покажите нам вот этот. Отелевский, да? Что, а в каких отелях этот матрас? Вот это, да, отелевский? Ну, знаете, что здесь смущает? То, что вот это вверх, вот смотрите, оно вообще как тряпка вот сверху. Так это же специальный трикотаж белоствола сосной. Он, это специальная ткань, которая не нагревается от вашего тепла. Да? Это же специально сделано. И сколько он стоит сейчас? 43. 43 это по акции, скидки? Да, да. Ну, это изначально дорогая модель, в смысле. Это, знаете, как BMW. Вы никогда BMW не купите со скидкой с 50-90%. Ну-ка, давай, Сань, полежим. Этот матрас, он достаточно самодостаточный, он очень популярный, поэтому дешевле его чистить. Ой, мне он не нравится, я в нем села, уже он все. Он принимает форму вашего тела. Я уже как в горшке в нем. Ложитесь. Нет, Сань, он какой-то мягкий, меня аж тошнит. Так потому что он принимает форму тела вашего. Под коленями. Он сам меня тошнит от него. А тот плоский. Он какой-то весь... Ой, Сань, он какой-то весь... Че, не то? Какой-то он... Наташа, он какой-то весь... Как, знаете, как в самолете летим, вот какой-то ведь он такой невесомый. Он да, Сань? Ваши принимает. Мне нравится вон тот, как у Кати. Фэмлика. Жесткий. Он жесткий. А вы нам еще вчера показывали вон там какой-то матрас. Покажите нам его еще. Все ложатся. А еще что среди жестких, среди вот таких вот, чтоб вот. Фэмлика это самый жесткий, да? Вы нам какой-то вы нам показывали еще. А это что? Это точно такой же, как тот, только вместо кокоса идет латекс натуральный. Он будет чуть-чуть мягче, но он другой. Так, но сейчас. Но пружина все такой же, это тоже линейка Family. Ну, он тоже нормальный, кстати. Тут просто вместо кокоса латекс добавлен. Саня, мне нравится вон тот. Если тот будет 31, то это 33, разница в 2000 рублей. А пружина мне нравится то тот. Тот нравится. Как у Кати, он жесткий, вот реально ложится, как у мамы. А он не переворачивается зима, лето, весна, осень. Его надо переворачивать, но он одинаковый с двух сторон. Зима-лето, это значит, одна сторона мягкая, одна жесткая. Но если вам не нравится мягкая, то берите... Не, он, смотри, Сань, как это... Видишь, вот я на нем катаюсь, Сань. Он как это, пружинит. Вот вы нам вчера где-то вот в этих кроватях, где-то или там... По-моему, вот это вы нам сказали, это где-то мягко. В отелях. Нет, это вот тот в отелях. Там есть еще высокий, но он будет еще мягче. Если вам тот не понравился, то остальные вам вообще не зайдут. Мне вот это нравится, Катина, Саня. Вот, вот правда. Я вам еще вот этот мягкий. Мягкий? О, это вообще вот пушинка. Ну, я вам еще тот показывала. Но видите, если вам нравится Family Bed, то остальные будут очень сильно мягкие. Ну-ка, давай еще раз приляжем вот этот Family, Мэмили. Давай здесь ляжем. Вот он реально, матрас-матрас, да, Сань? Как нет, у мамы. Для себя нет. Четвертая жесткость. А еще бывает пятая жесткость, Наташа? Нет, не бывает. Нет? Вот на него ложишься, да, вот. То, что нужно, да? Да. Он так сильно не про этот. Он супер. Я хочу вот его. Он и не совсем жесткий, Саня. Ну, да. И он классный. А подушки как? А мы пока на подушке не готовы, Наташ. У нас сейчас такой ремонт идет, что мы готовы на полу спать. Мы потом за подушками придем. А как вот это называется подушка? Элька, да? Альфа. Альфа? Но вы все равно в следующий раз придете, мы будем заново подбирать, потому что вы отдохнете, не отдохнете, и все равно будет заново полностью подбор всех подушек. А это у вас много подушек, да? Э? У вас много подушек? У нас в салоне? Да. Все, которые есть.
А самая вот такая вот, чтобы такая она была большая, и чтобы она не мялась, чтобы она вот прям такая была вот. Ну, во-первых, зачем она большая? 90, это тоже 4990. Но она классная тем, что у нее, во-первых, пуленький есть под плечо, а во-вторых, она чуть-чуть прохладненькая с одной стороны. Да? Синтетика, да? Нет, это не синтетика. А что это? Это специальный трикотаж, который всегда трикотаж? Идет с охлаждающим эффектом. Ой, посмотри, он холодненький, Сань. Клянусь, да? Но... А что с ним такое? Он прям холодный. Это трикотаж. Вы это его не держали там под вентилятором? Ну, вот такой. Подождите. Видите, а здесь нет. А здесь нет. Да, я еще говорю. Вот он тоже, да. Вот, вот этот тоже прям холодный. Я такая, да. Сейчас я вот такую схожую парню взяла. И сколько это стоит? 4990. 5 тысяч подушка, да? Ну, мы потом, они же еще будут, да? Конечно. Давайте мы с вами с матрасами давайте решим. Ага, идемте. А, чехлы. Вам таких сколько матрасов нужно? Так, давайте сейчас мы скажем размеры нашей кровати. И детям такие же будем брать. Да, у нас получается на 160 одна кровать на 200, 140 на 200, 90 на 200 и 90 на 200. И что они по какой цене? Бриллиантовые, да, наверное? Ваш будет 2, ну, короче, в районе 2000 рублей все. Да, все? Да, это будет 8000, но у вас будет гарантия 25 лет на каждый матрас. Если с ним что-то случится через 5-6 лет, мы вам бесплатно поменяем на точно такой же. Так, а это... Сейчас я говорю. Он будет вот на таких резиночках. Он будет полностью скрывать весь матрас? Нет. Или только сверху? Только сверху. А... Тот, который полностью будет в районе 5000 на ваш размер. Так, и подождите, как это будет выглядеть? Это... И вот еще. А что это такое? Вот тут скажите, нет, пылевым клещам. Это они все защищают. Вот которые с боковинками, они все защищают от пылевых клещей. А с боковинками сколько стоит? 5. Одна штука 5000? Да. Давайте мы потом, ладно? Потом не будет гарантии. Возьмите хотя бы самое обычное. Ну, у вас хотя бы гарантия 25 лет будет. Это нужно единовременно... Мне мы не готовы сейчас покупать 20 тысяч, отдавать на эти простынки. Нет, я же говорю, возьмите обычные. А обычные тоже зачем убрать, если они... Они вот на таких резинках будут. Они полностью верхнюю часть всю защищают. И вот они вот такие махровые? Нет, они будут гладкими. Не могу. Есть они у вас в открытом виде? Посмотрите, нет, что это такое. Ну да, они видели. Вот вчера еще было. Они просто такие-то быстро продаются, что, если честно, мы даже не можем это никому показать. У него верхняя поверхность будет вот такая. Верхняя будет махровая? Нет. Гладкая, она будет вот такая. Вот такой будет верх. Так, а как же у меня простынь? Она же скользить просто не будет. Поверх она этого. Без резинки? А с резинкой? Ну, нет, так. Мы давайте мы потом. Мы сейчас не вы будем это брать. Не будет на что? На матрас. Подождите, а как это? Вот я должна купить матрас, я обязательно должна купить да. Это? Если нет, то будет 1,5 года гарантия на матрас. Хорошо, 25 лет. Вот я проживу, сейчас мне 44. Мне будет 70 лет, да, грубо говоря. Я приду к вам и скажу здрасте. Не надо приходить, вы можете позвонить на любую компанию, в любой просто Аскону. Нам-то 32 года уже. И просто сказать, что у меня испорчен матрас. И это делается либо в режиме WhatsApp. Порча матраса, что подразумевается? Если там обвалится край, пружины вылезут, если появится яма, это все брак. Но матрас должен быть чистым. Вот если вы будете использовать чехол, матрас 100%. Они у вас чистым. Ортопедические или анатомические? Ну, это, как сказать, разницы нет. Смысла нет в медицинской лицензии, матрас абсолютно правильный под позвоночник. Так. Ну, мы это однозначно покупать не будем, пусть у нас будет гарантия по 1,5 года. Да, 1,5 года, это вот так. Молодец, да?